Нижегородский асфальт проверку на прочность прошел. В центре лабораторных исследований ежедневно ведется проверка дорог, сделанных по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В рамках этого проекта в Нижнем Новгороде будут отремонтированы 32 дороги, каждый участок тщательно проверяется. Вот уже можно видеть, что образец раздавился, у него пошли трещины, значит, максимальная нагрузка уже... Он выдержал. Сейчас мы посмотрим результат. Табло 1,22 мегапаскалей. То есть у нас все хорошо, все проходит. На данную минуту мы взяли, отобрали с готового покрытия 318 вырубок. И вот только лишь из 9 проб выяснилось, то есть мест отбора проб, что вот в данном месте некачественно было выполнено асфальтобетонное покрытие. Вот по этим 9 местам подрядчикам было выписано задание, по которому они устранили недостатки и сдавали вновь. После того, как, значит, Центр лабораторных испытаний даст все заключения о соответствии ГОСТам, только после этого приступаем к нанесению разметки на данных участках дороги и, соответственно, завершаем производство работ на участках. Если выявлены какие-то недостатки, соответственно, подрядчик обязан устранить все выявленные недостатки и переделать работу заново. Только после этого она принимается заказчиком.